Смотрите сами, оцените сами. Так что мы начнем. Поехали. Так. Вот мы, короче, утепляли 5 слоев, 25 сантиметров крыши, теплый. В самом конце 50-й утеплитель у нас идет шумоизоляционная специально, чтобы от дождя, от звука, от грома, чтобы не слышно было. Ну, потом мембраны накрыли, чтобы пар, когда изнутри выходит, наружу выходило. Ну, из-за спа, я думаю, все не знают, как определить. Там в инструкции все написано. Делается из-за спа бешка внутри, под крышу, внутри, с шершавой стороны к себе, с гладкой стороны к утеплителю. Вот, начнем. Из чего вставляем лазер, чтобы узнать, у нас контрритер ровно или неровно. Показываем лазер. Вот у нас ровно. Мы все-таки все равно решили натянуть, чтобы нам не прощаем и закрепляем этого. Вот так тянем. И все, закрепляем. Короче, закрепляем. Сначала. Вот так. Закручиваем полностью. Все. Теперь дальше мы идем. Насколько нам не хватает по высоте. Проверим потом. Вот так. И вот так мы закрепляем шнур, чтобы посмотреть. Вот видите, здесь неровно. Видно все, да? Все видно. Ну, чуть-чуть здесь топором снять можно. А эти придется опускать чуть-чуть вниз. А то у нас потолок некрасиво будет. Если вравниваем контрейки, будет красиво, ровно, ну, идеально. Поэтому берем выравнено, ровно. Два крайних мы выравниваем, вот это. У нас ровно идет. И это ровно идет. По ней будем выравнивать остальные. Что мы делаем? Мы выравниваем под этот. У нас, потому что мы знаем ровно, вот видите, будем выравнивать. Так, это тоже опускаем чуть-чуть. У нас контрреки стандартные, строганные. И за счет чего это неровно? За счет страпинной части может быть разная. Мы это не знаем, вот сейчас увидели неровно. Причина от страпин. Поэтому мы решили выравнивать сначала, потом вообще. Увидите. Крей я сверху закрепляю, потому что здесь стена обшивается, закроется на рейс. Это надежный способ, чтобы когда высыхает дерево. Thank you.
Спасибо.